нету пешеходного перехода, и людям вот как вам приходится перебегать дорогу. Ну, здесь никогда пешеходного перехода не было. А подземный переход там ужас. А шмак что? Лёбыч может прийти, а если вечером там... А вот как вы думаете, вот на время ремонта надо сделать здесь переход какой-нибудь временный, да? Конечно. А где же переходить на ту сторону? Но это же надо, вот там светофор, вот и в театр там идут, например. А куда денешься? Это что, или туда идти тогда надо? Угу. Куда идти? Но это очень неудобно, как я говорю. Конечно. А, ну туда идти, если вдруг до Вишнёва идти, потому что там точно такой же переход, вот этот подземный. Ну там еще не знаю, где там переход. Извините, пожалуйста, вот как вы думаете, нужен ли здесь временный пешеходный переход? Давайте. Конечно, как устроить сейчас? Опасно здесь ходить вот сейчас, в настоящий момент, да? А вот ближайшие места перехода, ну, где примерно? Вот, как я понимаю, это саперная, то есть вишневая да, и саперная, да? Здесь, а здесь неудобно. А здесь неудобно, да? Конечно, ты там вот, ты, где торговый центр там. Закрывать надо только сначала сделать. Да, а потом уже... Потом уже закрывать. Но в планах администрации на самом деле сделать здесь временный пешеходный переход. Конечно, значит, сейчас будет сделать пешеход временный, а потом уже закрывать все это. А то не сделали, как хотели, так и хотели.